Всем привет! Последние годы особое место среди велосипедов заняли так называемые фэтбайки. Они попали к нам из далекой Аляски и сразу же завоевали сердца многих велолюбителей. Эти велосипеды позволяют получить особое ощущение мягкости езды, покорять любое бездорожье и кататься практически круглый год. Фэтбайки настолько пришлись по душе спортсменам, что постепенно начали переходить из сегмента катания для удовольствия в спортивные направления. В США в 2015 году даже впервые был проведен специальный чемпионат Америки по гонкам на фэтбайке. Итак, особенностью этих велосипедов является их высокая проходимость, за что их обзывают вездеходами, снегоходами, болотоходами и даже пескоходами. Мы сами, попробовав эти велосипеды на тест-драйве, просто отказались от привычных горных велосипедов и с удовольствием пересели на них. Они необычные, они комфортные, устойчивые и, как показал опыт, очень маневренные двухколесные лошадки. Отдельного слова заслуживают покрышки, на которые все обращают внимание. Эти покрышки позволяют мягко покорять лесные тропы с корнями, кочками, ветками и прочими небольшими препятствиями. Все это возможно благодаря низкому давлению в покрышках. Его можно варьировать от буквально пол атмосферы до 2 атмосфер. С этим велосипедом нет необходимости искать специальные укатанные тропинки, дорожки. На нем можно спокойно ездить везде. На нем можно кататься по пляжу, попасть в самые неизведанные уголки лесной чащи, покататься по заснеженным склонам и абсолютно не бояться распутицы и грязи. На нем мир видится абсолютно с другой стороны. Фэтбайки выпускаются как для взрослых, так и уже для детей. Вот такой красавчик на 24-дюймовых колесах можно приобрести своему ребенку уже начиная с 8 лет. И он будет предметом непременного восхищения всех друзей, сверстников, да и просто прохожих. Равнодушных не будет. Варианты фэтбайков есть самые различные. От дорогущих моделей с амортизирующей вилкой, обвеской топового уровня и до самых простых и доступных моделей. Имеются даже варианты складных электрических фэтбайков с аккумулятором, вмонтированным в раму. Такой байк берут те, кто, как правило, хочет покататься и оторваться по полной, развлечься на выходных. Этот вариант очень удобно захватить с собой в багажник автомобиля. Вынул, разложил, сел и погнал кататься. Есть варианты фэтбайков с суперудобной посадкой, так называемого круизерного типа. Такие велосипеды берут те, кто ценит удобство и комфорт при поездках. Расстояния они могут покорять самые разнообразные. Эти велосипеды очень красивы. Они просто покоряют своим стилем, легким ходом и возможностью совершать дальние поездки в режиме релакса. Особое внимание привлекают электрофэтбайки. Наличие электродвигателя превращает этот байк в универсальный, вездеходный, всепогодный транспорт, не требующий особой физической подготовки и позволяющий совершать экстремальные путешествия по местности с любым рельефом. Горки вам не страшны. При этом имеются как заводские готовые варианты таких велосипедов с электроколесом и аккумулятором различной мощности, с кареточными электромоторами, так и велосипеды, которые можно переделать самостоятельно. Вот один из этих вариантов мы вам даже показываем. Его сделали в нашей мастерской. Итак, откройте для себя новый тип велосипеда фэтбайк. Он того стоит. А тот, кто сомневается, мы приглашаем всех к нам в гости. Прокатитесь на фэтбайке, чтобы понять, насколько он классный и необычный. С вами Веломода. Пишите комментарии, мы на них обязательно ответим.